Так, здравствуйте, с вами, как всегда, Мегазохан, и это ваши любимые новости из мира UFC 4. Так, начнем мы с новостей от лиги AMC, где, естественно, Тони победил Элла Яквинту, и впоследствии поражения Элл Яквинта надел розовые стринги. Он выбрал именно розовые, хотя Тони давал ему на выбор два цвета, то есть надеть после поражения или черные, или розовые. Розовые показались Эллу более красивыми. Он вообще хотел красные, но красных не было. Но так, ну продолжим. Также Эдгар с Майкана конфликтует на почве своего предыдущего боя. То есть бой был, как говорит Майкана, очень спорный, и он постоянно его вел. И Эдгар как-то в конце там что-то сделал, чтобы выиграть. Но я не знаю, я еще не видел бой конкретно, еще не вышел он в лиге, да. Тем не менее, Эдгар говорит, что все было там справедливо. И когда он спорным решением проиграл Барбозе, он не плакал. Поэтому Эдгар написал Майкана, чтобы тот снял трусики розовые с Яквинты и одел на себя, потому что он сучка. Эдгар решил больше не играть хорошего мальчика, как бы, и высказал все как есть. Ну, не знаю, будем ждать развития этого конфликта. И хотелось бы, конечно, увидеть бой своими глазами, чтобы сделать какую-то оценку. Пока не могу ничего сказать, как есть, как говорится. Дальше, ребята, дальше у нас идет песня, посвященная Гунеру, так как Гунер с Питуем провели очередной бой. Так, вот сама песня. Гунер, дал колено и микростепнул Питуй, ему клинчем ответил Гунер, дал журавля ему Питуй, в нокаут улетел. Слава Гунеру! Гунер! Так, ребята, дальше идут новости, получается, КО. КО в итоге переименовались в Лигу Мемов. То есть сейчас, если вы хотите участвовать в Лиге Мемов, то обязательно записывайтесь. Мемы UFC или UFC Мемы. Ну, это основная новость по КО, там они еще какой-то мерч свой делают, или кружки, так что, ну, если есть желающие, как бы все